Так, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро из Ашдода. Сейчас я подключаю я все средства связи. Включаю YouTube. Секундочку. И мы делаем урок. Надеюсь, хватит интернета на все. Да. Я приехал вчера в Ашдод. Есть такой город Ашдод, к своему другу в гости. И вчера у нас был здесь хасидский, то, что называется фарбриндинг. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот не знает. И вот я у них остался ночевать. И утром, видите, провожу утром урок. Они живут на 20 этаже, на море, сзади море. Видите, так отлично, красиво. И сейчас я включу Телеграм тоже. Значит, будет у нас сегодня урок из Ашдода. Урок Торы из города Ашдод. Так, отлично. Отлично. Секундочку. Сегодня у нас 45-й. Благодарность, 45-й урок. Благодарность, номер 45, урок Торы. Так, начать запись. Все, всем доброе утро. И надеюсь, слышно меня хорошо, видно хорошо. Да, и мы продолжаем изучать книгу Рав Шалом Аруша. Значит, сегодняшний урок, 45-й, он говорит нам следующую вещь. Значит, вот есть у человека его жизнь, да, и постоянно происходят какие-то вокруг события. Некоторые события мы довольны, что они происходят, некоторые мы недовольны. Что-то идет по плану нашему, что-то идет не по плану, что-то идет лучше плана. То есть постоянно меняются разные события. Теперь у человека есть два типа реакции на вот эти изменяющиеся события. Первый тип реакции – это принятие и радость. То есть ты принимаешь события, ты говоришь спасибо Всевышнему, благодаришь, и, значит, если все идет ровненько и хорошо даже, да, то ты благодаришь, отлично, значит, ты должен благодарить, по большому счету. То есть, если тебе дают, ну, что-то тебе приходит в подарок, ты должен благодарить. Просто есть вопрос, ты воспринимаешь хорошее как подарок или ты не воспринимаешь это как подарок. Теперь, одни люди, они сосредоточены на благодарности, когда хорошо, и другие люди сосредоточены на, даже когда хорошо, на нытье. И он говорит, вот это первое. Значит, есть, говорит, человек, который вечно недоволен, постоянно жалуется, и это больше всего гневит Всевышнего, потому что если Всевышний дает человеку добро, то есть когда ему хорошо, а он на это добро отвечает как бы злом. Мы учили в притче царя Соломона, написано, что тот, кто воздает злом за добро, зло не уйдет из его дома. Прям есть такое в притчах, есть такое прям выражение, что «агумель ра тахат това, ло ясир ра ми бейто». Вот так звучит на иврите, что тот, кто воздает злом за добро, не уйдет зло из его дома. И это логично, то есть мы понимаем в отношениях с людьми, что действительно это так работает. Теперь, поэтому мы можем понять, что, наверное, этот же закон, он работает точно так же со Всевышним. Он дает человеку добро, у человека все хорошо, человек ноет, беспричинно, то есть получается беспричинное такое нытье. И что получается? Значит, это неблагодарность. Тот, кто воздает неблагодарностью за злом за добро, зло не уйдет из его дома. Это первая ситуация. Вторая, он говорит, ситуация, это когда человек благодарит. Благодарит он, и, значит,
И вот здесь он сравнивает, благая мера больше. Он говорит, что Всевышний так устроил, что даже маленькая благодарность, она перевешивает большую неблагодарность. То есть он здесь нам доказывает, значит, на практике получается, что если человек страдает или ему чего-то сильно не достает, то для смягчения приговора ему лучше всего лишь поблагодарить, и даже если он немного будет благодарить в момент, когда ему плохо, то это может полностью изменить, значит, его ситуацию, да? То есть, что получается? Вот, например, человек, он проснулся, у него там, я не знаю, болит голова. Болит у него голова. И он, значит, он, это страдание, когда болит голова. Теперь, если он в этот момент чуть-чуть, даже немного поблагодарит, но искренне, то есть он примет эту боль, значит, примет эту боль как есть, не будет ей сопротивляться, а он поблагодарит Всевышнего за, даже за физическую боль, например, то говорит Рав Шлома Аруш, что благая мера больше. То есть в Торе так устроено, что Всевышний, значит, в общем, он здесь пишет так. Если человек не может благодарить Всевышнего чистым сердцем за всю свою жизнь, со всеми недостатками и страданиями, его вера не будет совершенной, поэтому не следует молиться и просить ни о чем. Нужно ли лишь просить Творца дать тебе совершенную веру, что все к лучшему, и даже лишения и страдания ведут к, в итоге ведут к какому-то вечному благу. И не ныть, вот это он все говорит. Дальше он сравнивает, он говорит... А известно же, есть такой, такой закон в Торе еще, да, что врата слез открыты всегда. То есть есть в Талмуде, в разных книгах, значит, есть написано, что врата слез открыты всегда. Он говорит, так что, может, лучше, может быть, плакать и рыдать. Значит, плакать и рыдать, и если тебе что-то не хватает, так ты... Ну, вот вопрос у человека, да, вот у человека есть реальная проблема, допустим, да, какая-то реальная, невыдуманная, знаете, бывают у людей есть выдуманные проблемы, все страхи за будущее это выдуманные проблемы, то есть у тебя еще нет никакого будущего, у тебя нет никаких проблем в будущем, ты сейчас сидишь и выдумываешь, что все беспокойства, страхи за завтрашний день, это точно все выдуманные проблемы. Теперь, дальше. За прошлое сожаление, вот в прошлом когда-то я что-то не так, не туда, не так сделал. Это выдуманные проблемы. То есть, если человек, у него есть старые проблемы, которые он сам себя там раздраконивает, да. Если у человека есть выдуманные будущие проблемы, то понятное дело, что такие проблемы благодарностью убираются в 3 секунды. Да, как они убираются благодарностью, ты говоришь Всевышнему, за будущее я верю, что ты мне... дашь только хорошее, и я уже заранее тебя благодарю за прекрасное будущее, и начинаешь перечислять варианты позитивные, которые могут быть, и заранее благодаришь, но ты, опять же, вот человек говорит, позитивный вариант. У меня был один знакомый, это был друг моего отца, Зихрано Левраха, покойного отца, и этот друг, он был очень крепкий мужчина, никогда не болел, вообще никогда не болел, прям такой был, ну, очень крепкий. И он, значит, как-то он сам мне лично это рассказывал. И он попал в аварию. Попал он в аварию, у него, значит, машина разбилась, его привезли в больницу, были у него подозрения на переломы там, а в итоге оказалось, что у него не было никаких переломов. Но ему, когда его обследовали, сделали ему там всякие анализы, обследования и так далее, и нашли у него в начальной стадии опухоль, злокачественную опухоль, которую ему, благодаря тому, что он попал в аварию и попал в больницу, нашли на ранней стадии и прооперировали, он после этого уже жил там десятки лет. И ему врачи сказали, если бы вы не приехали в больницу и не обследовались, если бы мы ее на ранней стадии не обнаружили, то, говорит, вас бы уже здесь не было, то есть вы бы умерли. Получается, кто может себе предположить, что в будущем авария спасет ему жизнь? Никто. Множество есть ситуаций, когда опоздание там, на самолеты спасали от смерти, когда человек опоздал на работу, и в этот момент башни-близнецы упали. То есть мы не знаем, каким образом Всевышний все может повернуть к добру. Поэтому то, что касается будущего, это вера.
Значит, человек, который верит, что все будет хорошо, он снимает страх будущего. Человек, который благодарен Всевышнему за все прошлое, как за уроки, какие-то уроки жизни, могло бы быть миллион раз хуже, то тоже он снял все страдания из прошлого. А вот теперь вопрос в настоящем, как быть. Вот здесь он нам приводит такой вопрос. Если человек знает, что ворота слез открыты всегда в молитве, и ворота радости, благодарности открыты всегда, так может быть лучше плакать? Он говорит, может быть зря мы как бы говорим, что не надо в настоящем, когда у тебя есть проблема, не надо плакать. Может надо плакать, надо рыдать. Он говорит, да, действительно, ворота слез открыты всегда, но и ворота радости открыты всегда, благодарности. Теперь он приводит сравнение. Вот, говорит, есть царь. У царя есть два сына. Один сын, он все время плачет, ноет, ему все плохо, и он к папе все время рыдает. Папа, дай мне то не хватает, здесь не хватает, там не хватает. В общем, он такой страдалец и рыдает все время. Отец ему дает. Он ему дает, но в принципе вот это вот его страдание и его слезы, он ему обязательно дает, ему его жалко. Но тому, кто плачет, то ему плохо. Второй сын, он все время папу благодарит. Он говорит, папа, я тебя люблю, ты вообще для меня вообще все. Я тебя люблю, ты вообще благодарен тебе, даешь ты мне, не даешь. Я все равно тебя люблю очень сильно, и он его папу все время благодарит. Теперь, какого сына папа больше любит? Первый вопрос. И тот, который идет к отцу через, к царю, через благодарность, да, через благодарность, через любовь, через благодарность, через принятие, он может получать тот же результат, абсолютно тот же результат в молитве. Только ты выбираешь сам, или ты выбираешь идти путем страданий и слез, или ты выбираешь идти путем благодарности и радости. Ситуацию, которую можно изменить, вот тут очень такая интересная мне пришла идея, когда это изучал. Вот, допустим, человек стал очень благодарным. Вот он стал очень благодарным, он просто вообще, все мне отлично, вообще спасибо Всевышнему, вообще я в полном кайфе, вообще в полном кайфе. Может быть, он из-за этого не будет ничего делать. Ему же тогда ничего не нужно. Если он в благодарности в такой, то ему, его качество жизни, удовлетворенной жизнью, она невероятная. То есть он может взять кусочек хлеба с благодарностью, стаканчик воды, но прочувствовать, если ты это пьешь и ешь с благодарностью, то у тебя будет качество твоего опыта и переживание этого, оно будет выше, чем человек, который берет там бутылку вина, покупает за 10 тысяч долларов, открывает, ну, ой, вот это вино, кислятина, не кислятина, то, ну, там, 10 тысяч долларов, 20. Ну, посмотреть на лица вот этих людей, которые ездят на, там, больших мерседесах, они очень часто недовольны. То есть они, можно сказать, более недовольные, чем люди, которые ездят там на метро или в автобусе. То есть, примерно уровень недовольства может быть абсолютно одинаковый. Теперь, так возникает вопрос, если человек всем доволен, он же не будет двигаться никуда. И тут я подумал, нет, вот как раз это к вопросу о молитве. То есть, ты можешь двигаться из страдания, молиться из страдания, когда тебе не хватает. Или ты можешь молиться и двигаться из благодарности. То есть, у тебя есть благодарность, но ты просто себе делаешь какой-то план развития, как бы двигаешься, оно тебя не лишает движения, просто ты начинаешь двигаться более по рациональным каким-то своим побуждениям, по рациональным своим каким-то планам, целям и так далее. То есть благодарность, она не останавливает человека от движения, она просто делает его путь более приятным. Значит, дальше он говорит, улыбнись. Если человек не благодарит Всевышнего за беды, не видит в них милости и милосердия Всевышнего, не радуется им, а лишь жалуется и ноет, как будто Всевышний сделал ему какое-то зло, Боже упаси, такое поведение вредит ему больше, чем если бы он вообще не молился. То есть, эту ошибку совершают многие люди, чья молитва построена на жалобах, без веры, что все к лучшему. Напротив, молящийся в радости не подвергается никакой опасности. Что с ним может случиться? В крайнем случае Всевышний просто улыбнется ему. А что плохого? В общем, он предлагает все-таки не начинать, не молиться из ситуации плача, сокрушения, потому что это вводит человека в уныние, в депрессию и
Значит, если человек чувствует обязанность оставаться с разбитым сердцем из-за своих грехов, пусть при этом не забывает, что грех уныния хуже всего. Он говорит, грех уныния, грех вот такой вот безрадость на жизни, это как раз и есть та неблагодарность, которая может быть причиной всех неприятностей в жизни человека. То есть логика в этом большая есть. То есть человек унылый такой, да, и он не может из этого унылости вылезти. Потом он наоборот, он становится в этом же состоянии. Есть известный такой психологический эксперимент, когда берется три ведра воды. Одно ведро очень горячее, второе ведро очень холодное, и третье ведро посерединочке комнатной температуры. И человек засовывает правую руку в ведро с горячей водой, левую руку в ведро с холодной водой, и после этого вытаскивает две руки и засовывает их в ведро с водой комнатной температуры. И что? Правая рука чувствует комнатную воду как холодную, а левая рука чувствует комнатную воду как горячую, потому что они пришли из разной температуры. Что мы видим? Человек, который находится в унынии сейчас, да, он просто сфокусировал свое внимание на полупустых стаканах, на том, что ему не нравится, на том, что у него не получается. Теперь он может перефокусироваться, и он прям начинает, так, что мне нравится, что мне нравится. Что мне нравится там? Да, Рути есть, но Рути там не нравится. Да, Рути нравится. Ладно, Рути нравится. Рути есть, пальцами могу шевелить, могу. А у многих людей нет рук, нет пальцев. А представляете, какой-то ужас, когда у тебя нет рук и нет пальцев, и ты не можешь ими шевелить. Не дай бог никому такое почувствовать. А у вас есть пальцы? Все, с пальцем рад. Отлично, поехали. Спасибо за пальцы, спасибо за руки. Дальше, за локти. Есть локти? Есть локти. Это же так удобно, можно локтями опереться. А если бы не было локтей? Вот есть люди, у них нет руки, нет. Ник Вучич родился без двух рук и без двух ног. Все. И вот он уже, оп, начинает постепенно выходить из этого своего депрессивного состояния. И у него благодарность, она его поднимает. У него появляется внутри то, что называется дофамин. Это гормон радости. Гормон радости, и этот же дофамин, он же дает ему уверенность в себе. Этот дофамин дает ему хороший иммунитет. Этот дофамин дает ему энергию. Опачки, он за это поблагодарил, за это поблагодарил. Все, я встать могу, могу, красавчик. А еще раз встать могу, могу, два раза могу встать. Три раза могу встать, уже три раза присел. Да я спортсмен. Все, и пошло, поехало, пошло, поехало. Два раза присел, три раза присел, на следующий день четыре раза присел. И за все спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему. Оп, люди вокруг стали к тебе по-другому относиться. Потому что ты не только Всевышнего благодаришь и себя, ты их благодаришь. И вот тут мы пришли, интересная книжка, интересная, да, вот эта вторая. Я сегодня в гостях в другом городе, и как раз сегодня совпало, значит, вот прям 45-й урок. Contribute to the welfare of a place you visit. Значит, contribute, сделай какой-то вклад в благополучие места, в которое ты посещаешь, в которое ты приехал. Очень интересно, представляете, сделай вклад в благополучие места. Я приехал в Ашдод. Я сейчас в городе Ашдод, и вчера мы были в одной синагоге. Там были русскоязычные ребята, которые здесь живут, и как раз я приехал, вот мы говорили тоже про благодарность, про то, насколько важно, насколько это меняет жизнь. Потом были в израильской такой, где израильтяне такие, хасиды, тоже мы были у них в синагоге. В пятницу проводят то, что называется фарбриндин, вечером садятся, делают чуть-чуть лыхаем и говорят, какие Бог сделал для кого чудеса, какие Бог для кого сделал разные вещи, события, какие у кого были вот в жизни открытия и так далее. Такое есть обычай. И, значит, это говорит нам рав Зелек Плистин. Когда ты приезжаешь в какое-то место, мы должны учиться у наших праотцов, Авраам, Ицхак и Яков. И они, когда приезжали к какому-то месту, даже тут приводится история про Яакова, который возле Шхема остановился, то есть они, когда приезжали в какое-то место, они всегда помогали этому месту. Здесь почему-то не приводится история, как Авраам пытался спасти город Сдом. Сдом и Амора. Авраам молился и просил у Бога спасти город, который были там злодеи ужасные. Он говорит, неужели, а если там есть 50 праведников, а если там есть 40 там и так далее. Он молился, чтобы спасти город. То есть он очень заботился о людях. И говорит рав Зелек Плистин, что если ты приезжаешь в какое-то место, спроси себя. Тут же важно намерение.
То есть человек, который хочет другим людям давать добро, благодарность и так далее, ему нужно просто приучиться задавать себе вопрос, как я могу это сделать. То есть, если есть намерение, и ты задаешь вопрос, он утверждает, что мозг тебе ответит, и ты найдешь в любой ситуации, как тебе улучшить жизнь того места, в котором ты находишься, куда ты приехал. И есть же у нас сейчас есть очень удобная штука такая, которая называется как? Называется чат GPT. Это искусственный интеллект. Если я сейчас спрошу искусственного интеллекта, вот как можно, я задам вопрос сейчас, 5, как можно улучшить жизнь людей, к которым ты приехал в гости. Дай 5 советов. Я вам потом эти советы перешлю в канал Ваикра в Телеграме. Дай 5 советов. Вот мы узнаем сейчас, что нам искусственный интеллект посоветует, что он нам посоветует. Я сразу же в Телеграм, в канал Ваикра это напишу. Значит, вот как можно улучшить жизнь людей, к которым вы приехали в гости. Это зависит от того, кто эти люди, где они живут и какие у них интересы. Ну, в общем, я думаю, вы сможете сделать следующее. И так далее. Вот сейчас я вам скину это интересное. То есть, что имеется в виду? Если ты хочешь благодарить Всевышнего, ты всегда найдешь за что. Если ты хочешь благодарить людей, ты всегда найдешь за что. Если ты хочешь благодарить себя, ты всегда найдешь за что. И в обратную сторону. Если ты хочешь не ныть, быть жаловаться, придираться, быть педантом и так далее, ты всегда найдешь за что. Вопрос именно выбор вот этого намерения, что ты хочешь. И получается, что сейчас у нас шаббат впереди, да? Подумайте, у каждого из нас есть множество возможностей улучшить жизнь людей вокруг себя. Все, всем шаббат шалом. И мы сегодня поняли, как молиться, что молиться лучше в радости, даже если вам чего-то не хватает, лучше всего принять факт того, что это не хватает, как лучшее для вас. То есть так сделал Всевышний в данный момент. Приняв этот факт, уходит напряжение, уходит вот эта вот боль и страдания. То есть ты принимаешь то, что есть. И в момент принятия у тебя больше шансов получить то, что тебе не хватает. Потому что Всевышний, он уже как бы свою задачу выполнил. Ты через то, что тебе не хватает, пошел к Всевышнему, только пошел не через ворота слез и мне не хватает, а через ворота благодарности. Спасибо за все, что ты мне делаешь, и даже за это то, что мне не хватает, спасибо. И дальше откроется что-то каждому из нас, что-то откроется. Вот я вам сейчас сбрасываю то, что посоветовал нам GPT-чат, как улучшать жизни людей. Ваикру я сбрасываю в телеграм-канал Ваикра. Значит, вот я сбрасываю, что посоветовал Bing, да? Как можно улучшить жизнь людей? Вот, будьте вежливы, подарите им что-то особенное или символическое из своей страны или региона. Помогите им в бытовых делах или волонтерстве. Значит, пригласите их к себе в гости или в какое-нибудь интересное место. Выражайте им свою благодарность и признательность. Не забывайте говорить им спасибо за все, что они делают для вас. И дарите им комплименты за их доброту, щедрость и таланты. Вы также можете написать им открытку, письмо или электронное сообщение, в котором вы подробно расскажете, как вы цените их гостеприимство и как они обогатили вашу жизнь. Это покажет им, что вы искренне любите их и хотите поддерживать с ними связь. Все, вот это я все должен сделать городу Ашдод. Сейчас с ними попрощаюсь и поеду обратно в Иерусалим. И вам огромное спасибо, что неделю мы хорошо отучились. 45 уже мы прошли уроков Торы, да, то есть отлично идем. Следующая неделя будет еще с Божьей помощью 5, 50 уже. Ну, то есть вообще слава Богу миллион раз. Спасибо Всевышнему, что дает нам возможность, интернет, возможность, силы, здоровье, ум воспринимать, понимать и использовать. Все. Главное, есть такой еще закон в Торе, что тот, кто хочет очиститься, ему с неба помогают. То есть, если у вас даже нет силы, вы пока не можете благодарить, но у вас же есть возможность попросить Всевышнего, чтобы он дал вам... Во-первых, скажите ему спасибо, что вы такой, какой есть. То есть, все, спасибо, что я такой, какой я есть, значит, тебе виднее, раз я таким стал. Но теперь я тебя прошу, сделай меня верующим, благодарным и веселым, и счастливым. Все, я тебя прошу, хочу... Значит, быть благодарным. Все, и Всевышний поможет.
Шаббат шалом, удачи, успехов. Встречаемся с Божьей помощью в воскресенье. Всем спасибо. Пока. Шаббат шалом. Чтобы в заслугу наших уроков все выздоровели, все хорошие, добрые люди получили благополучие во всех сферах жизни, и чтобы Всевышний восполнил все наши недостатки, которые, если у нас есть какие-то недостатки, чего-то недостает, чтобы Всевышний восполнил это.